«Я плюс ты равно мы» – так в этом году назвали выставку-конкурс творческих работ особенных детей со всей Брестской области. И пусть у этих ребят есть ограничения по здоровью, зато их любовь к жизни и способность дарить светлые эмоции другим не имеют границ. Все работы талантливы и выполнены с душой, и каждая из них, безусловно, заслуживает самой высокой награды. Сегодня мы и подводим итоги, и даем старт тоже акции, в которой участвуют традиционно детки с особенностями развития. Конечно же, мы не смогли привести их сюда, в Брест, в традиционный центр проведения этой акции, центр молодежного творчества, но 250 подарков разъедутся по регионам. Нам помогут наши друзья, партнеры, спонсоры, чтобы эти подарки попали нашим детям именно в срок до новогодних праздников. Наш традиционный новогодний областной благотворительный праздник ежегодно собирает порядка 400 ребят, у которых есть особенности в психофизическом развитии. В этом году так получилось, что в условиях пандемии мы, наверное, позаботились о здоровье ребят и решили, что праздник наш новогодний пройдет в формате онлайн. Нам очень важно, чтобы дети не чувствовали себя одиноко. Нам очень важно, чтобы родители понимали, что особенные ребята, они особенные не только потому, что у них есть какие-то сложности и трудности в жизни, сложности со здоровьем, но еще потому, что они на самом деле очень талантливы. Дети и их родители, а также учителя и воспитатели совместно готовились к конкурсу. Необходимо было не только создать творческую работу, но также записать к ней видеооткрытку. В итоге около 50 участников из более чем 40 учреждений специального и общего среднего образования представили разнообразные, яркие и жизнерадостные работы. А за свое творчество ребята получат дипломы, сладости и подарки. Деткам, которые имеют особенности в развитии, им на сегодняшний день крайне тяжело, гораздо сложнее, чем другим детям. Поэтому пусть наша помощь, она будет маленькой, но тем не менее существенной. Если хоть чем-то, хоть кому-то мы сможем этим помочь, мы будем очень рады от сердца к сердцу передать наше внимание, нашу заботу. И чтобы дети это все тоже почувствовали. Добро делает нашу жизнь ярче, а делая кого-то счастливее, мы получаем взамен намного больше. Пусть продолжаются такие добрые акции, ведь независимо от того, здоров или болен ребенок, он нуждается в нашем внимании и заботе. Верит в новогодние чудеса и ждет праздник.